принципе, ничего не беспокоит. Угнетает, как любого украинца, то, что происходит в стране с точки зрения политической. Меня деньги. Меня все устраивает. Цены. Це на все. На продукты питания, на проживание. Низкие зарплаты, пенсии и предстоящий проезд в общественном транспорте. Ситуация в стране. Ну, ничего не делается для молодежи, ничего не делается для детей. Цены. Но цены не соответствуют доходам граждан, средним доходам граждан. Никак не экономим, покупаем все, что хотим, но не на все хватает. Минимальная заработная плата на сегодняшний день, которая не изменилась абсолютно и никак не собирается меняться в будущем. Социально незащищенные слои населения, пенсионеры, потому что у каждого из нас есть родители, которые получают мизерную пенсию. Ну, естественно, и дети, образование, медицина. Пытаемся экономить. Вода, газ на квартире, на продуктах, соответственно. Если раньше кто-то мог себе позволить, допустим, из мясных продуктов говядину, свинину, естественно, люди переходят на курицу, потому что она значительно дешевле. События в стране и прочее. Война. Ничего, здоровье. Да меня, в принципе, ничего не беспокоит. Жизнь беспокоит такая. Вот еду и плачу. А что можно на 1200 прожить? Ну что, скажите, пожалуйста. Вот поминки, праздник, я не могу ничего купить. Мне обида, да, вы за это. Рука. У вас сломана рука? Да. Не знаю, я не интересуюсь политикой, я абстрагировался от этого. Мне плохо от этого думать, у меня пропадает настроение просто и все. Медицина вот меня беспокоит. В данный момент меня вот это затронуло, короче. Получается, мне сейчас на операцию 15 тысяч. Где я обычный работяга возьму 15 тысяч сразу? Ну, мама меня еще беспокоит. Она получает, она проработала 40 лет, она получает 1100. Ну, это смешно ж. И политическое, и социальное, все беспокоит. Цены сумасшедшие. Политика убивает друг друга. Положение в Украине беспокоит. Ну, проблема в том, что вот никак война не успокоится. Страдают от этого старики, дети, голодные сидят без пенсии, без ничего. Ситуация в стране. Я сам из Донецка, я думаю, война это вообще ни к чему. Зарплата. Война. Не было войны в стране. Да ничего не беспокоит. Беспокоит, не знаю. Как ответить на этот вопрос? Ничего, в принципе. Беспокоит, наверное, ситуация в стране больше. Деньги! Да нормально все. Лишь бы не было войны. Военная ситуация в стране. Беспокоит лично меня. Лично меня виза в Германию. Вот меня беспокоит. Нет, не открывается виза. Это еще не существует безвизовый режим. И поэтому трудности мне такие. А я соскучилась за дочерью, за внуком. Безработица беспокоит. Сейчас очень сложно найти работу. С других работ сокращают. Вот как бы, мне кажется, это самая такая актуальная тема на сегодняшний день.